Вот я схему нарисовал. Получается, это у нас общий стояк по квартирам, холодное, горячее. Заходит в квартиру, холодное, горячее, краны стоят. Фильтр на холодной воде. Это у нас бойлер. Тоже у него аварийные краны. Здесь съемные адаптеры. Я их не стал рисовать, отмечать. И идет с бойлером в комплекте встроенный обратный клапан, сбросник еще по давлению воздуха. Если вдруг температурное реле не сработает, чтобы у нас бойлер не бабахнул, не разорвало его, здесь есть сбросной клапан. И встроенный обратный клапан, чтобы вода назад в холодную систему, чтобы не ушла. В принципе, понятно, когда пользуемся бойлером, входной кран закрываем горячей воды. Для чего мы закрываем? Чтобы, как я уже говорил, чтобы к соседям по стояку ваш кипяток не уходил. Это у нас в городе летом вообще нет горячего водоснабжения. У нас и горячее водоснабжение, и отопление – это одна система. Они отключают отопление, и жильцы квартир у нас в летний период остаются без горячей воды. Из-за этого я везде вот собираю такую схему. Это сместители уже, ванна, кухня, и так может продолжаться там холодный на унитаз. Там не стал я ничего рисовать. Получается вот такая схема. Здесь уже понятней.
Хорошо. Как пойдет вода по чёрт, мы ей позвоним, они приедут. Ты же, или ты до 6 еще не сделаешь? Нет, нет, не сделаю. Не сделаешь? Работы еще много. Да? Тогда это... Ну как не сделаешь его, Господи? Пусть лежит все. Завтра доделаем. Ага. Ничего страшного. Да, я бегу. Ну, давай там. Там, я не знаю, окно у меня было открыто, не знаешь, что не видишь? Сейчас я открою. Открой пошире окно, чтобы это вытягивало, чтобы ты сам не упомянул. Арестован готов у меня. Получается, это у меня холодная, это горячая. Подача холодная пошла, горячая обратка пришла. Просто поставил тройники. Вот он поднялся. Здесь получается, где синим отмечен, это вход холодной воды. Горячим это выход. Поставил я аварийные краны. Взял я не полуоборотные, а барашковые. У них качество намного лучше, и менять можно здесь со временем, если перестанет нормально работать. А здесь у нас получается,
Ну, в народе мы его называем пердун, сбросной клапан с обратным клапаном встроены вместе. Он идет в комплекте с Аристоном. Ну, бывает, что и нету его в комплекте. Вот. Это для чего? Ставим пердун, этот сбросной клапан. В случае, если по температуре не сработает реле и не отключит Аристон, то он у вас начнет принцип самовара кипеть, и в итоге у вас дно вырвет, бабахнет он. За счет кипения начнет расти давление. Горячий кран у вас закрытый, он у вас кипит, воздуху некуда выйти. На обратке стоит обратный клапан, так что он будет набирать давление и в итоге может даже ошпарить. Для этого ставим сбросной клапан обязательно. В случае, если не сработает, он начнет спускать лишнее давление. И вы уже увидите, что Аристон у вас не отключается. Так, теперь вот у меня в руках фильтр. Тоже на пятнашку. Его надо обязательно поставить на входе. Я его буду ставить в начале. Вот у них в квартиру заходит холодная вода, горячая вода. Будем ставить сюда фильтр, чтобы мусор не попадал. Также вот, чтобы на унитаз не заходил. И дальше в Аристон, в краны. Буду ставить вот сюда фильтр. Вот. Ну, теперь жильцы у нас в городе в квартирах просят ставить Аристоны, потому что в летний период отопление отключает, и жильцы остаются без горячей воды. И мы уже они пользуются Аристоном, автономное свое горячее водоснабжение. Зимой эти краны у меня закрыты получаются. А летом, когда отключают горячую воду, вы их открываете, и у вас горячая вода. Но нужно обязательно на входе с центрального отопления горячей воды обязательно нужно кран закрывать. Он у нас так открытый. Вот так закрытый. Надо закрывать, чтобы соседей не снабжать своей горячей водой. Так, ну теперь сейчас я буду подводить электричество питания. Буду тянуть отдельно провод с автомата, который вводной в квартиру заходит, потому что он мощный, 1,5 киловатта, проводка может не выдержать. Я на него буду отдельно тянуть сейчас провод. Так, сейчас на вход будем ставить фильтр. Фильтр паяем обязательно в правильном направлении, чтобы здесь мусор собирался в сеточке. И нужно запаять нам тоже вот в таком положении, чтобы в дальнейшем можно было его обслуживать, открутить, почистить. Вот. Паяется он вот так. Вход у нас сверху идет.
На Ariston я буду ставить автомат, чтобы постоянно с розетки не дергать вилку, потому что со временем контакт будет теряться, будет гореть и вилка, и розетка. Я вообще бы хотел бы вот так отрезать и посадить на автомат без вилки. Но так как у нас у бойлера есть гарантия, мы не можем отрезать вилку, так что мне приходится ставить розетку. И уже будет до розетки будет стоять автомат. Ноль идет прямой на розетку, фазный пускаем через автомат. Сейчас я его разрежу, и у меня фаза пойдет через автомат.
Все, автомат подключил я. Питание заходит сверху. Ну, кто не знает, снизу выход. Фаза у меня на разрыв. Ноль прямой. Вот. Не перепутайте. Питание всегда должно заходить сверху. Так, до угла я довел. Теперь сейчас конец буду сверлить стену буром. И надо вывести уже на центральный автомат, вводной автомат, который идет в квартиру. Буду на него сейчас сажать там. В принципе, получается вот такой вид у нас. Ну все, сейчас я выведу, соединю, и у меня бойлер готовый. Желательно эти бойлеры заземлять. Конечно, это лишняя работа, но для безопасности желательно бойлер отдельно привести из заземления и заземлить так, как он работает от сети 220 вольт. Не дай бог, ТЭН пробьет где-то на корпус по воде и в итоге может привести даже к смерти. Так что если не поленитесь, делайте заземление на вот такие бойлеры. Все, бойлер готов, я его расключил. Питание привел, пробуем, включаем. Так, все, заработал. Включаем. И температура у нас отключена, терморегулятор включили. Ну все, работает. Все, всем счастливо. Подписывайтесь здесь в правом нижнем углу. Всем пока.